Мы с Димасиком опять ставили кружки, 4 поставили, один отремонтировали и стали ловить еще на 2 кружка плотвичку. Покажи, Диман. И вот мы поймали. Я больше ловил. Плотву гигантскую. Обалденная плотва. Покажи ее хорошенько еще раз. Обалденная плотва. Подожди, покажи, покажи. То есть крупная очень плотва попалась. Это приятно. Да, Дмитрий? Еще как приятно. Димасик чистит наш улов сегодняшний. Получается, Сергеич? Угу. Молодец. Да то, что у меня мальков чистить. Да, это не мальков чистить. Надо на помощь идти Сергеичу. Оставь пока плотвичку, достань щучку. Ой, мамочка, я не буду. Так она все уже, она уснула. Да нет, я говорю, я боюсь, я пузырец скажу, ты ее будешь. Нет, чистить. Ты достань, я ее сниму просто. Шишка, ты спишь? Да, дед, спи дальше. Главное, все время берет за хвост. Бери с глаза. О, какая. И самый наш трофей большой. Окуняха. А вот. Ну что, помочь тебе? Ну давай, помогу. Димасик пытается щуку поднять. Что он там придумал? Попытка номер 5. Попытка номер 5. Мы тут тренировались все. Диман, бери за глаза. Да давай. Бери за глаза. Ты за глаза бери, глаза с другой стороны, Дима. Нет, можно еще пассатижами взять за хвост. Дима, да возьми ты ее за рожу, ты, а? Вот, за личико-то. Дима, не боишься, она извернется сейчас? Мастер, ломастер, пассатижи. Дим, уже 6 дней тренируемся щук брать за глаза. Дима все равно берет пассатижи. За хвост. Ну все. Давай руки. Давай. Работа сделана. Надолго. Страшное дело. Я боюсь, как вчера мужику вот тут все перекусали. Давай, давай мне уж. Даю. Давай. Сегодня у нас с Диманом последний день рыбалки. Вечером лодку собираем уже. Удалось на спиннинг поймать вот такого разбойника. Полосатого. На блесну кастмастер. Ну что, продолжаем, Сергеич? Давай. Мы сейчас в заливчике. Не напротив нашего лагеря. Конечно, пытаемся ловить щуку. Попадаются пока вот такие разбойники. Полосатые. Вот он, вот он, вот он. А я тебе советовал не зацепляйку зацепить все-таки. Осторожно, это блесна. Ну, тут много этих. Мы с Диманом опять наловили плотвы. И поставили 6 кружков напоследок. Вон они тут все наши кружки ходят. Вчера очень активная щука у нас большая. С кружка сорвалась. Палец мне обрезало. Вон наши кружочки ходят. Оставим их на пару часиков. Поедем сейчас в лагерь. Перекусим. Потом их заберем. Ну, Сергеич, он как бы это... Не минуты покоя.
Опять спиннинг. Спиннинг, спиннинг, спиннинг. У меня от спиннинга уже руки болят. А у Димасика ничего не болит. Ну, кружочки плавают. Где-то вот здесь еще один. Вася, а ты последнюю не видишь кружок? Да. Ну, вон у Димана какая крутая эта рапала. Тут перешеек такой. Там дальше озеро. Сейчас. Да, мне уж и нагибаться не надо. Ты и так уж кидаешь, как профессионал. Вот нашелся крайний кружочек. Его, кстати, поставили на окуня. Все остальные на плотву. Сейчас, Димась. Вот кружки. Вон они стоят. Мы проверили кружки. Проверили кружки. В кружках ничего нет. Ну что, заканчиваем съемку нашего фильма про Карелию. Угу. Сергеич, пару слов в камеру. Чё? Чё-нибудь скажи. Как тебе, понравилось, не понравилось? Понравилось. Понравилось? Ты как так говоришь, понравилось, сразу прячешься, все поймут, что тебе не понравилось. Ну, хорошо. Чего хорошо? Что все поймут, не понравилось. Ну, скажи в камеру нормально. Мне понравилось. Понравилось. То есть есть смысл вернуться сюда, да? Ну все, фильм о Карелии заканчивается. Завтра еще добавим движение по бездорожью. Мы завершаем свой фильм маленьким кусочком движения по бездорожью. Как мы отсюда выезжаем? Димась, особенно в сопках снимешь, как в сопках пойдем. А, вот. Боже, что это? Вовка вышел. Что-то забыл. Не трясись камеру, поднимайся. Так поставить ее. Она будет тебя трястись так. Машина прыгает. Я просто пока рука отдохнет.
черта не видна, а вокруг красота. Не видать ни черта, и все кричат ура, и все бегут вперед. И даже вечером дом стоит все горит. Завал дороги впереди. Мелкий разгребает. Да. Снимай, снимай его. Ну что, все встали-то? Едем по сопкам. Камням идем. Камням. Как раз машины все. Сопка-то какая здоровая, да? Все, смотри, все вниз, вниз идем. В этот раз мы так же не забирались. Чего мы? Так же забирались мы. Ты что, назад включил? Неприятный спуск будет вроде. Там неприятный? Да, да, там по камням. Нет, не тут еще. Там еще дальше. Thank you.
фиксируем вот эту. Проезжай там. Он нас ждет. Нет, я говорю, чтобы проехать, может кто-то там не въедет. Ужас. Сопки. А это Дмитрий.